Всем привет! Мы сегодня ходили с Егоркой на энцефалограмму. Время нам назначили на 10 утра, поэтому мы не повели Егора в школу, потому что на один урок бы он попал с утра, потом бы его нужно было забирать и ехать в эту больницу. Сегодня не пешком, сегодня ехать. Вот, ну, в общем, мы сегодня прогуливаем. Из больницы мы уже приехали. Перекусили хлопушками с сиропом с малиновым. Егор, вкусные хлопушки были? Да. Вкусные. И сейчас он у меня полчаса переодевается. Сейчас я вам покажу, как у нас обстоит дело за эти полчаса. Егор Сергеевич, ты у меня где? Ну-ка, выйди оттуда. Давай, давай. А вот здесь. Вот так он у нас переоделся. Да? А почему ты не переодеваешься? Скучно. Скучно? И только поэтому ты не переодеваешься, да? То есть, если ты будешь в этой одежде, то тебе будет веселее. Правильно я тебя понимаю? Егор, ты лучше расскажи нам, что тебе там делали на энцефалограмме. Расскажи. Вешали какую-то штуку на голову. Шлем. Шлем закрепляли. Что еще делали? Фонариком светили. Фонариком светили? Да, глазки. И какие у тебя ощущения были? Что я падал. Что ты падал? Вот в тот момент, когда светили фонариком? А куда ты падал? На землю. На землю? С высоты? Да. Страшно было? Да, страшно. Ну, мы же там рядом были. И с тобой разговаривали. Ты переодеваться-то у меня будешь? Ну, скучно будет. То есть, если ты сейчас переоденешься, то тебе будет скучно. Не будет. Ты меня запутал. Ты переодеваться-то будешь? Я не слышу. Да. Или ты мне киваешь? Я все равно не вижу. Очки не одела. Я не вижу, что он кивает. Я в экран смотрю. У меня все сливается. Пойдем переодеваться? Пойдем? Или опять шаг за шагом будешь? Нет. У него опять... Надо сегодня посмотреть, какая луна. Потому что он у нас сегодня опять умывался вот так же. Шаг за шагом. Шаг к умывальнику, два шага обратно. Шаг к умывальнику, два шага обратно. Да? Я хочу на лыжах кататься. Когда ты сейчас пойдешь кататься? Вот после обеда с девочками пойдешь. Сегодня погода очень хорошая. Похолодало, но не очень. Ой, немножко темно. Похолодало, но так... Ну, приятно похолодало. С утра было минус 5, сейчас, может быть, минус 1. Вот что-то так, по ощущениям. Вот. И самое то, если девочки захотят, конечно. Ну, Вася-то она всегда готова. Ей нравятся лыжи. А Снежана вчера сидела на лестнице и придумывала разные... Не знаю, как сказать. В общем... То у нее одно болит, то другое болит. Я говорю, Снеж, в чем все-таки дело-то? Тебе на лыжах, что ли, не хочется? Сидит, улыбается. Да. Я говорю, не хочу. Я говорю, а почему ты не хочешь, Снеж? Она говорит, мне лень. Мне лень. То есть она осознала, что ей лень. Ты запутался? Ладно, я уж не буду снимать, как он тут раздевается. А то опять нам тут наговорят всего. В этом окошечке лучше видно. У нас снежок еще пока держится. Не поймешь. В общем, опять смена власти.
Еще вчера утром был почти что дождь, слякоть была, вечером все подморозило. Ночью был снегопад. Совсем ночью, наверное, в 3:00 я вот разбирала товар, закончила. Думаю, вот сейчас снять вот этот снегопад очень красиво. Подхожу, а у меня такое окно. Оно так заляпано, я не знаю в чем. Нужно сегодня его отмывать. В общем, то ли это Егор в окошко смотрел, то ли кто. Может быть, Снежа смотрела. Но они все время вот трогают стекла пальцами. Потом увидят, что они эти пальцы оставили, начинают ладошкой растирать, и, в общем, такое окно все грязное становится. А еще и мордахи оставляют. Прислоняются мордашкой к стеклу и оставляют отпечаток мордахи. В общем, у нас постоянно грязные окна вот с нашей со стороны комнаты. Ну вот, многие могут сказать, что мы как бы ленимся, стекла не моем. Каждый день их мыть не будешь. Но они постоянно у нас грязные. Давай переодевайся. Я уже даже повернуться не могу. Стоит вот как Кощейка. Ешь больше всех. И такой ты худой у нас. Не в коня корм. Так мы и не записали с Егором тот разговор. Хотела я про свое детство что-то поговорить, но... А потом у меня настроение было совсем другое. Настроение было настроенное на работу. Работала. Вот. Не до разговоров было. Просто хотела провести аналогию о том, что вот в детстве в голову вбито, и как с этим трудно потом жить. Ладно, не будем всех задерживать. Всем пока-пока.